Дефне? Ты в порядке? Что-то произошло? Ты должен ее увидеть, Искандер. Ты ей нужен. Она никогда не уходила. Она всегда была здесь. Я боялась отца и не могла тебе рассказать. Я нашла эти бумаги у нее в руках на днях. Она написала тебе, но забыла отправить. Любовь моя, моя единственная. Я хотела написать тебе перед тем, как ты меня оставишь. Я чувствую себя хорошо. Или думаю, что чувствую. Та дверь, в которой мы встретились, бильярдный зал, истории, которые ты рассказывал, твой взгляд, твой запах, твой гнев. Я все это помню. Говоря о твоей злости, не потеряй ее. Это вещь, которая делает тебя сильным. Не беспокойся обо мне. Найди себе красивую девушку. Ты не знаешь этого, но... ты был хорошим мужем. Я знаю это, потому что была твоей женой. Господин, чем я могу помочь? Что ты делаешь? Парень, ты куда идешь? Я люблю тебя. Я здесь, любовь моя. Я здесь, любовь моя. Я пришел забрать тебя. Я больше тебя не отпущу. Все кончено. Тебе не нужно бояться. Señor.
Ты сказала, что не оставишь меня. Это ложь. Что ты пишешь? Не скажу. Скажи. Нет, я убью тебя, говори. Не скажу. Давай, говори. Я убью тебя. Я не скажу. Я убью тебя. Я не скажу. Я убью тебя, говори. Я хочу остаться с тобой, пока не умру. Ты написала это? И после смерти? Я не оставлю тебя, если ты не захочешь этого. Ты собираешься быть призраком? Зачем ты пишешь такие странные вещи? Разве ты не можешь думать о чем-нибудь красивом? Например, о цветах, садах? Пиши такие вещи. Буду. Буду. Ha 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 ha!